Что это старый диск, это новый, потому что на старом было написано «Послушай меня». Здесь написано название нашей группы. Вот. Поскольку вот мы выпустили за этот год два сингла, всего лишь навсего. Вот один называется «Гайдо», а второй «Баз». Вот. А третий — это почему переиздание пластинки. Это в прошлом году было, осенью. Вот «Гайдо». Это как часть обшивки корабля, который разумно летал по вселенной. Видите, здесь глаз, перышко, написано «Гайдо», там все так классно. Вот здесь стихи, фотографии. Вот здесь вот нарисовано изображение, как люди не могут остановиться танцевать, а в левом верхнем углу играет сатанический демон на скрипке, и они не могут. Тут изображено, в общем, на лицах, что они не могут остановиться. Это, в общем, это изображение я нашел случайно в подъезде. Гулял и в подъезд зашел, и там лежит книжка, называется «Книга чудес», типа что-то такое. Я открываю оглавление, написано, значит, это музыка, которая приходит людям во сне. Я такой, конечно, интересно, что это такое? Открываю, бабах, вот такое. Я понимаю, ну, конечно, даже да, вот. Вот, получается так. Здесь куча интересных всяких фотографий, которые почему-то не видны. Вот. Но нам это очень, в общем, это дорого, потому что мы очень давно хотели, чтобы у нас вышел новый диск, потому что все старые диски были проданы, потому что мы все это сами издавали и, в общем, продали, пропили, к сожалению. Блин, мы хорошие ребята, на самом деле. Не пьем, но пропили.
Не, а помнишь, вот это была история с Вовой-то, когда вот, что мы видели, как он продал диски и футболки и пошел купил пиво себе в баре на эти деньги. Все очень долго муссировали эту тему. Но мы не такие. Вернее, точно такие, но мы тайно это делаем. Главное, зубами не торговать, в общем. Спасибо.